Он появился еще до нашей эры, но и в 21 веке все так же популярен. Его использовали даже цари, а сегодня может позволить себе каждый. С французского языка его название переводится как «вязаное», «вязать». Все это про трикотаж. И сегодня мы отправимся на фабрику вязаного и краеного трикотажа под брендом «Париредион», чтобы узнать, как это делают. Сегодня вы узнаете, кто носил носки с сандалиями еще 2000 лет назад, как трикотаж попал в Россию и кто его привез, почему нельзя говорить «трикотажная ткань» и как выглядит машина для создания помпончиков. Трикотаж – это текстильный материал, который представляет собой связанные между собой петли. Поскольку его вяжут, а не ткут, его нельзя называть тканью или трикотажной тканью. Именно такая структура делает трикотаж особенным, придает ему различные свойства. И первыми их оценили древние египтяне. Археологи нашли в раскопках чулки, специально связанные под сандалии с ремешком между большим пальцем. Оказалось, модники древнего Египта щеголяли в них давно, примерно между 3-м и 1-м веками до нашей эры. В Россию трикотаж попал только при Петре I. Из Германии русский царь лично привез вязаные чулки. С тех пор создание чулочных изделий в Российской империи развивалось как ремесло. Сегодня при изготовлении трикотажа используют синтетические, хлопчатобумажные, шерстяные и полушерстяные волокна. Зачастую в состав материала добавляют эластан, чтобы продлить жизнь вещи. Изделия из высококачественного трикотажа создают и во Владимире, на фабрике «Париредион». На рынке компания работает уже более 20 лет. В числе ее постоянных партнеров – популярные бренды, которые размещают свои заказы по давальческой схеме. Мы вяжем шапки, шарфы, пледы. То есть абсолютно практически любой вязаный трикотаж со стиркой, без стирки. То есть используем пряжу шерсть, полушерсть, акриловые виды пряжи. То есть абсолютно разные виды пряжи, разных толщин. Вот, потому что разные классы оборудования нам позволяют это делать. Сегодня «Париредион» — это производство полного цикла. Машинный цех полностью автоматизирован. Вязальное оборудование разных классов — 3-го, 5-го, 7-го, 10-го, 12-го — позволяет вязать разноплановый ассортимент для заказчиков и выполнять одновременно сразу несколько заказов. Все начинается с разработки эскиза. Специалист фабрики получает техническое задание. Его он выполняет на компьютере с помощью специальной программы. Процесс может занять несколько дней. Этот этап, пожалуй, самый сложный во всем производственном цикле. От него зависит качество, образ и стиль. Благодаря оборудованию мы можем очень много творить новых вещей, таких, ну, интересных, скажем так, и удобных, носки, и пряжа, естественно, играет роль, сырье, то есть это тоже немаловажно. И все шагнуло вперед, и мы стараемся с новым оборудованием шагать вперед. Готовый проект передают в вязальный цех. Это огромная площадка, на которой установлены современные компактные станки, оснащенные мини-компьютерами. В вязальном цехе все машины японские. Чем они отличаются, знают только специалисты. Например, эта машина 12-го класса. Благодаря ей получаются изделия мелкой вязки. Это шарфы, шапки, манжеты и детские комбинезоны. Он полностью вывязывается, он не под крой идет, то есть тут полностью каждая деталька, она вывязывается. Но 35 штук за смену она выдает комбинезонов. А вот станок 3-го класса. Он работает с утолщенными иголками, которые расположены в 6-9 миллиметрах друг от друга. Пряжа будет плотной по структуре, поэтому эти машины оптимальны для вязки теплых вещей, например, варежек. И вот так она собирается. Это все убирается, и получается
Вот такая варежка готовая. Тут флис подшивается, чтобы было тепло. Вот такая объемная, теплая зимняя варежка. Отдельно стоит сказать про скорость и объем такого производства. В сутки на фабрике изготавливают 3000 головных уборов и 1500 изделий так называемого верхнего трикотажа, повседневной и спортивной одежды. Пришло время нашего эксперимента. Его мы проведем в вязальном цехе. И поможет нам в этом один из самых мощных станков на предприятии. Специалисты готовы поспорить. Теплый плед машина свяжет за 15 минут. Засекаем время. Это японская машина СВР 122. Вяжет на больших скоростях. Позволяет вязать разные изделия, абсолютно просто разные, разных цветов. Мы заправляем пряжу. Ну, сколько нужно цветов, в данный момент это 4 цвета. Вставляем флешку, записываем программу нужную нам по меню. По скорости мы выбираем и по меню все записываем. В дальнейшем мы ее просто включаем, где машина вяжет. Получается вот такой вот плед размером 90 на 130. Мы просматриваем качество, размер. Все очень удобно, быстро, без брака практически. Девочки только смотрят качество. Так, то есть она сама все делает, вяжет. То есть мы только складываем и упаковываем. Оцениваем результат. Машина с задачей справилась. Даже не станем сравнивать, сколько времени заняло бы связать такой плед вручную. Мы собрали еще 10 интересных фактов, касающихся производства трикотажных изделий. Вот они. До появления машин вязаные вещи тонкой ручной работы могли стоить очень дорого. Их позволяли себе только состоятельные люди. Первый вязальный станок появился в Англии, но не понравился английской королеве. Тогда изобретатель станка уехал во Францию, где и открыл первую вязальную фабрику. В 20 веке шов на чулке был не данью моде, а частью технологии. Чулки вязались плоским полотном и сшивались. Делать бесшовные чулки научились уже позже. Качественный трикотаж не выгорает на солнце, не линяет, не меняет формы, не закатывается и не вызывает аллергии. Резинки для одноразовых масок и респираторов тоже делают во Владимире. Париредион производит их диаметром 2, 2,5, 3,5 мм. В месяц более 5 тонн. А еще есть специальная машина для создания бубенчиков, пушистых шариков, колокольчиков, помпоновая машина. Помпоны пришивают, например, к шапкам. Владимирская фабрика работает даже по дизайн-проекту клиентов. Можно придумать и создать себе вещь в онлайн-конструкторе одежды. Он есть на сайте фабрики. Заказ здесь создают всего за 48 часов. Прямо на фабрике каждый день разыгрывают бесплатный заказ и проводят разные акции. А вот еще один факт от самих сотрудников компании. Режим работы нашего производства круглосуточный. То есть вязальный участок работает в круглосуточном режиме. Коллектив очень опытный. То есть у нас персонал работает по много лет, порядка 15 лет. По 18 лет есть сотрудники работают. Даже когда вещи связаны, их нельзя отправлять в магазин. Сначала они попадают в стиральные и сушильные машины. Устанавливаем для каждой ткани, устанавливаем свой градус, свою программу. То есть различные изделия из хлопка, из везува, когда стираются, сушатся, выставляются определенные градусы. Потом изделие сушится, изначально стирается,
сушится, и потом, когда уже готовое, мы отправляем на ВТО, на пар. То есть, а потом в дальнейшем уже дальше. Отпаривают трикотажные изделия по-разному. Все зависит прежде всего от формы. Если это головной убор, то предусмотрена специальная установка «пара-голова» по диаметру шапки. После отпаривания специалист по качеству проверяет изделие на наличие брака. Если все идеально, за дело берутся маркировщики и упаковщики. Объемы у нас не уменьшаются, у нас регулярные отгрузки. Каждую неделю мы отправляем на различные заказы. То есть мы не останавливаемся ни в пандемию, ни в какие другие дни. У нас работа регулярная. Работаем мы по 6 дней в неделю. Итак, сегодня мы узнали, что трикотаж – это не ткань, но именно из него шьют и вяжут одежду вот уже не одну тысячу лет. Мы увидели, как технический прогресс сделал производство трикотажных вещей быстрым, а их модельный ряд – разнообразным. И еще мы убедились – владимирский трикотаж носят по всей России.